Метку заранее поставил. Котяка говорит, что это истерия нормас. Ну, типа, ни с чем не конфликтует. Но я уже взял его фокус, буду ему давать прям. Потому что я помню, я еще на ЛК на офи хотел себе ферала друида, я читал гайды, и там народ писал, что истерия в принципе только фералу дается в идеале. Что у него только физический фулл. Вару. Роги, нет. Вару. Вару. Рога, вара. Каждого вара сбивает, по-моему. Не, там у Фурика бурс ротации, я не знаю, там что и как, там, да, там что-то сбивается, но вот роги можно по КД кидать. Ну я говорю, на офи, на ЛК, в те еще времена писали, что только Ферал Друид подходит для истерии идеально. Да ты не читай гадики того времени, там уже все. Конечно. Гораздо тщательно изучили. Можно вообще палу кидать по КД. Пала, мне кажется, вообще бессмысленно. Кого? Почему? Нет. У не бессмысленно. Половина физического, половина магического урона. Да. А истерия, апа, и только физически. Ну, чтоб ты понимал, Энху истерия апает дамаг с 8 до 9 тысяч. Ну да, потому что у него половина магической атаки. Че, мы у будем него... бороться? Да, будем. Все, я готов. Так, а что там? Рыбу ставлю, я сегодня богат. Ты богатый, я вчера доловила. Я вчера полтора часа сидела. Надо кому-то? Давай. Я думал, я не знаю, зелье. Давай, я линканул. Гуляем. Лика богатый. Не, кому зельку эту отдать? Она выпала мне просто. Может, кому-то надо? Все, хорош, память. Мажьте грудак, пейте фласку на сопрот. Если у кого-то нету, говорите. Подкину. Блядь, я на ДД выпил. Ну ты пиздец. Тут у нас проблемы с уроном нету. У нас проблема с тем, что... Продайте, что у меня кончились. Кто это говорит? Сюда, иди сюда, на 100 голдон стоит. Коля, да я уже пришел, куда сюда? Вот, я прыгаю. О, Сережка, спасибо. Все дали? Отлично. Так, бафать все равно это долго. Ну тут больше часа, мы не будем ебаться. Если сразу не убьем, я психану и выйду. Давай хотя бы два раза, что просто. Ну, час, говорю, по трое максимум. А, ну давай. Так, что там по бафам у нас? У мага бафа нет, лока нету у нас. Да, нет сопрота, конечно, от магии никто не снижает, хуёво. Ну ладно. И аура есть у ханта на третью. Да, ты же анфолик, да? Ты же снижаешь. Ну, вообще-то я полезный, да. Да, точно. Сегодня ты полезный, кстати. И тотем может шаман поставить. И какой-то там фрукт. Снижает на 13% сопротивление босса к магии. Да и похуй. Заебись, придумал. Так, ну вот, сейчас метки поставлю. Получается, бля, сейчас релот напишу. Выходят два моба, я говорю, какого контролю там, кто дальше будет. Ближнего притягиваешь, его заливаем. Все фокусом бьем моба, никто не тупит. Вот у нас две закопки всего. Больше двух закопов мы по сферам не выдерживаем. Вот. Но я буду с креста обычно банить моба. Вот. У нас по бопу. Да, по этому. Боп у нас кидает первый гангрена, потом кабаец. Никто не тупим. Боп кидается, остается там 3 секунды, в идеале 2. Если вы себе уверены, 2 остается секунды, забегаете на лужу. Она замедляет, что уже, если вы с аргерой, можете вообще протонуться прям в бопе. Ну, вот. Чего я забыл? Вроде ничего не забыл. Скоробеев на перебежках убиваем, никто от шипов не дохнет, не надо там геройствовать, придумывать ничего. Давайте тратить, короче. Посмотрите баф. Так, первая сфера грипается, да, правильно? Первая сфера? Грипается? Нет, я понял. Все. Не знаю вообще, ее, скорее всего, нельзя грипнуть. Можно грипать сферы. Да не надо, оставьте на мобов. Ну, да. Собьешь монки, где будет, и все. Ну все, даю отчет на пул и поехали. Пуляй только по отчету, чтобы припоты выпили. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, с черепа буду контролить. Вышли мобы. Забираю, которые с креста выходят. Черепа я контролю.
Сбиваем оба. Блять, ну что я сбиваю? Чем-то, блядь, били. Оба потеряю его пока. Я не могу. Бегаю от него сейчас разорю. Ага. Все, потом притянешь второго. И заливаем его. Приз, ты чем-то сбил? Он пошел на тебя. Блядь. Ой, чё со стервами? Трехэтажный? Нет, смотри, почему их так много? Ты сфера, да, зачем спили? Кто там так жестко жмет, жмет у анхолика, походу, горгули сбила. Вышли мобы, контроль. А, ну ты сам. Войт, ты меня слышишь вообще, не? Угу. Ну ты если контролишь, то я предупреждаю, потому что я тоже отвлекаюсь, время теряю. Ты будешь контролить постоянно? Давай, давай. Хорошо. Второго. Вводи. Да, вводи анхоли. Закопался, бля. Ну тут блок не используйте, сразу в лужу забегайте, держите прямо в луже. Ну вот, на себе. А ну ты успеешь, да, под тучкой? Да, еще забежать. Тучка, я скажу, когда блок. А, блок гангрена дашь, сбегай за ним. Дашь, шика. Бейте скоробеть. Блять, сука, лагану. Не успел, извиняюсь. Падай. Ну я тоже подвисла. Ты что, по себе его ебанул, да? Или когда я сдох, он по себе дался. Ты когда сдох, он на меня пошёл. Ты сдох, он накинул на меня. Ты в смысле в тучку не успел идти или что? Да, я нажал тучку и там лагануло, блядь. Оно как-то резко, оно было далеко шипы, а потом хоп, они уже на нем сразу. Ну, ничего страшного, заходим. Кушаемся бафом, поехали. Там, короче, ДБМ есть у тебя под авант? Да, есть. Там на 8-10 закопка, выкапывается на 7-10, и потом закопка на 5-50, и выкапывается на 4. Ой, я не запомню, у меня плохая честь. На 4-50 выкапывается. Я не запомню. Запоминай. Да я не запомню, у меня плохая память на числа. Я понимаю, если бы ты там на листочке где-нибудь написал. Ладно, сейчас в чат напишу. Наклеил на монитор. Да, зачем ты ему говоришь, что равно он холи отводит босса? Ну, он холи так. Кушайте рыбу. Скидывайте маф. Там паладины распределились, да, сами? Не надо было ничего говорить. Это доберсы, да, получается? Или что это? Да. Ну, тебе это бесполезно. А тебе это знаешь, когда будет он выкапываться, в принципе. У меня, кстати, даже сейчас таймер берсы идет. Не, у меня нет. Тоже нету. Все, ну, ты... Да, ты... не отвлекайся, я по контролю дальнего. Пишу. Приста бафа не вижу. А мы охуели, потому что... Сжечь. Не, я мужчина. Только женщин сжигали. Тогда съесть. А чё за фризы, блядь, появились? Чё за хуйня? Ну, это хуйня, но... Может, из-за обновы, блядь? Так, это, что-то... скорее всего, они привезли обновы вместе с обновой и новые баги. Поехали. Ну и чё? Я долбоёб. Я собаку вызвал. Там лужа был? Лужа вышла, мобы вышли. А чё, два моба? Два есть. А, всё, тут прям когда сразу два. Можешь право тащить. Каста вам бейте? А, убил. Притяните? Анфоли, притянешь по его перегляду? Нет, я просто притяну. Играем. Мобы. Да, ну не, подожди еще. Ну ладно, сейчас я подморожу. Пока моб не дошел первый, ты вообще не двигаешься.
следующий раз. О, второго нового. Собираем второго. Притягиваю второго нового. У меня грибка, да. Ну что? Собейте, сбейте, сбейте, сбейте. Ну чё вы, блядь, ну все смотрят, никто не может стан дать. Пиздец, ну сейчас будем добивать того моба. На ком там? На коте. А, гангрена дашь? Есть у тебя никогда? Забегай. А, дали, 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 дали. Ну ты чё? Это уже поздно. Пиздец, я ступил. Ты просто прям говори. Поздновато говори. Дали. Падайте, 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 падайте. Бля, давай не будем умирать. Просто, ну, озвучивайте, можешь, не можешь ждать. Если можешь, давай, не можешь, сразу предупредить. Стан тоже, видите, закапывается не на луже, там, блядь. Все, что есть, вкидывайте. Лучше все кинуться там, чем не один. Я пока я не начал кастовать, но у него слишком быстрый каст. Пробуй косноязычие кидать, но слог же есть или нет? А там нет. Можно просто сливанием каста сбить каст. Шаман может сбить каст. А на поле не сливай свою притяжку, если она реально понадобится, не тогда... Интераптом сбивается, что ли, темный, да, этот удар? Да? Не, удар могу сбить, а вот эту закопку... У него есть каст, который сбивается. Сила, которая закопку, я не могу сбивать. Закопку только станом, оковами или притяжкой. Ну, стана у кобы вон целых два есть. Да? Ну, у тебя пэт станет. Ну, я тогда был далеко. Пэт станет. Пэт-то у тебя прыгает к мобу. Ну, я был далеко, пэт вместе со мной. Пэт прыгает к мобу. У него расстояние есть. Ладно. Я бы в конце карты. Он не допрыгнул бы. Да, согласен. Листый баф. Вставайте. Давайте хули серебро. Даю отчет. Только по отчету. 5, 4, 3, 2, 1. Лужу. Моб. Моб убегает там. Забиваем моб. Второго тащит. Можно его немножко раньше даже стагривать. Там притяни второго. Пока заливаем второго моба. Проснулся. Мобы вышли. Моба, моба, танк забери. Все, уводи. А я заморожен. Там поле, там поле. А, да, 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 да. Ты надолго. Старайся подальше. По мобу. Пытается. Моба второго танка тяги. Сейчас он начнет, да, смотрите, сейчас. Боб надо будет кинуть. Гангрена у тебя есть, Боб? Тучку еще даст. Гангрена у тебя есть, Боб? Тучка пока что. Да, я не понимаю. Коба скинь. Кидайте, кидайте, кидайте. Коба скидывай. Ага, вижу. Гангрена, ты живой, нет вообще? Я дал, дал. Ну так ты ж говори, я не понимаю, есть у тебя. Вдруг он у тебя в КД? Потому что ты вот только что мы травили. Коба, ты не скидывал свой? Нет, не скидывал. Лужу. Может, в лужу, он лужу въебется сейчас. Ты ничего не сделаешь. Хуёво, хули. Да, пиздец, хуёво. Бля, меня моб убил. Блядь, ну давайте соберемся, ну чё за хуйня? Давайте, или чё, или нет? Давайте, БР, дай мне рекорд. Кот, дай. Ты, чё? Дайте чё-нибудь. Или БР, беги! На тебя этот... Чё выкопать собос? Поживи. Если он не умрет, тогда можно дальше. Он умрет. А, нет, не умрет. Нет, скиньте мобла. Добейте корабля, все, идти их кучу. Мобы выйдут, мобы вышли. Скоробея, притяни анхоли скоробея одного, который за хилом бегает. Ага, подейте. Играем в череп. Бейте.
Веди второго, да. Второго экрана, притяните второго. Есть чуть-чуть какие-то надо? Некогда. Понял, играем просто в нем. Они починили жвалы, походу. Второй. Далеко. Тащи, тащи, мол. Он холил в воде. Забиваем оба. А, у меня она села, заебись. Попал. Знаете, сейчас цель. А, уже выбрал цель. Почему мне не попал? Гангрена. Гангрена. Гангрена, забегай, забегай. Это у тебя остался комбайн? Да, ты скидывал. Я скидывал. Да, сейчас взял у сферы эту ногу. Коба, на тебе. Нет, на друле. На мне. Бля, почему у меня не линкует? Мне показывает, что Коба. Ну ладно, друль, убегай. Он просто меняет раз в 15 секунд цель. Да, но он пишет у меня всегда. Это что-то ебаный. Бьем с корабля. Подаван. Бля, спасибо, что линкуете, конечно. Разбивает, что делать. Он сейчас его переводить нужно. Все, максимум далеко убегай, вот. Охуенно, еще и тучку нажмешь. Тучка так и дай, блядь. Ну, просто беги. Прохиливайте, что сейчас просто оверхил. Блядь, он далеко. Лол, я тучку, я уход тень назад. И что, сработал? А, да, ну он да, просто... Да. Все, бьем борта. Как нужно его будет перевести. Смотрите, мы будем бить, надо будет все станы забивать. Бейте скорабе. Луж не будет. Луж нет. А, ну все, тогда фул босса. Ну, одного да, законтролил. Коба потерял, который под боссом. Надо еще сливать, мы еще не перебили. Геру. Бля, ты торопишься, мы захлебнемся. А, сольем, нет у нас лужи. Я ему дал фирму, но с него вышел. Все, уже пойдем. Хватит заклинивать. Лоб на мне. Бежите, нет, у вас монки сейчас пойдет. Я пришел Дину пожать. Оба, ну поконтролишь. Я выйду, ты, если выйдет с черепа, я его законтролю. Оба, законтролишь? Который... Я законтролил, который сейчас выполз. Ну да, ну у тебя два контроля. А Гангрен тогда поконтролишь с креста, если выйдет еще. Монки трапы может дать. Я успел одного. Тем более, что там хилить сегодня будут, нет? Блять, я скидываю контроль, но он, блядь, близко сильно сбиваться. Блядь. Гангрена упал. Упал. Который раз уже. Хилов какие-то траблы у вас. Не мог, а все, да там нет траблов с хилов, там жуков дохуя. Меня копатель съел. С лужами у нас траблы. У нас должна одна лужа остаться на вас фазу, чтобы все было в порядке. Но ты прав, вот можно было сбить каст. Сбить можно было, нужно было этих бить жуков, типа, ну... Хотя бы одного. Да, даже не одного, но двух надо было убить и потом спокойно бить, потом уже четырех рассчитывать. Но у нас вот проблема, что хуёво лужи разбиваем там как-то по-уебански, бегаем, и луж не остается. По идее, одна должна остаться. Ну, трайбл нормальный, давайте сейчас уже по-хорошему убьем. Мне кажется, трайбл почти охуенный, ляму босса. Да не, нихуя, я вайпнул самый, блядь, лужа не осталось. Я потому что в смысле у него остался лям. Немного. Лям и один у него остался, да. Ну, мы бы добивали и вышли бы просто еще пятый-шестой жук. Ну, лям и один это его текущая, еще он хилится. Если монки может усыпить, то получается он вообще может двух законтролить. Одного трапа, а второго усыпить. Да ты, ну... Блять, никто так не играет в десятки. Типа, ну, через такое хуй убьешь. Вы посмотрели видео, я вам скидывал? Там мы забили две пачки жуков. Ты видел ваш урон? Конечно, вы забиваете пачки. У вас там урон, да. Так, а вариантов нету других. 4.50 остается до берсы. Это не минута. Нам некуда спешить. Не надо жуков контролить, надо пачку хотя бы слить. Вот эту на 40%. Проблема в том, что лужи нет, я же говорю. Ты ну да, вот лужи не было, это хуево. Шариков всего 6, их надо считать. Типа, если мы 6 разбиваем, единственный вариант только бить жуков, их нельзя никак контролить, потому что они закопаются, а с фулл хп выкопаются и пизды дадут. Да, мы их и не должны убивать. Мы должны, когда вторая пачка контролится, до третьей пачки убить босса.
Надо, ну, это не так ты пачки посчитал. До перефазки, до того, как он 30% боссом стал второй фазы, нужно сначала слить эту пачку было. И потом ну, только, когда мы его перевели, уже тогда контролить. Первый, сейчас было 4 пачки, у него осталось 10%. То есть мы до третьей пачки, шансы все были его слить. Короче, я говорю, как 100% можно было убить. Если бы мы сейчас убили этих двух жуков, мы бы его просто убили, блядь. Вот. Но я тебе говорю, не было лужи. То есть я даже без лужи, даже без лужи. Просто надо, чтобы паладин, если у нас, допустим, сейчас такое будет, чтобы паладин просто понимал, что погружение, вот этот каст, гневом небес сбить. Этот гнев небес надо оставить. Я могу стан выдавать. Да не в этом дело, я его зафирял. Я его зафирял, кто-то из фира его выбил, и он закопался. Кого, Войд? Ладно, проехали. Просто лужи. Я же могу дать стан еще. Трехсекундный. Трехсекундный, у меня расовая билка. А, ну да, точно, кстати. Ладно, проехали. Давайте трайди. Просто что? Надо убить жуков пачку. И потом уже 5, играть босс. 4, 3, 2, 1. Вышли мобы. Моба притяни там. Убиваем моба. Проба. За контроль сурово сбить. Ага, все, отлично. Играем во второго моба. Рано играйте, притяните его, ну. Блять, ну, начинайте бить до того, как он зашел на лужу. Он, если очень он не лутает, он закапываться не будет. Сейчас нужно будет его максимально быстро убить. Когда он вылезет. Холли сразу притянешь его. Кого его? Моб, который вылезет из-под земли. Постараюсь. Хорошо. Он притягивает череп. Ага, понял. Ладно. Пиздец, танк прожимайся, Анхоли уводи. Забиваем череп. Бля, это такой пиздец просто. Есть агрилки, скидывайте. Сейчас будет закапываться моментально, так что посмотрите. Приехали второго. Ну, блядь, всю лужу это надо будет разбить, значит. Остался моб. Собейте ему касту, будет забить. Хожу во сне. Что-нибудь? Да, забей. А, тебе моб дали, значит. Я жду, убивайте его. Грена кинул, Коба, не ты кидал? Я не кидал. Кидался на Грена. Отлично, все отлично. Добивайте, сейчас если закапываться будете убивать. Ну, да, на тебя. Блять, меня сейчас едят жуки ебаные. Че это сейчас было? Стой. Куда я тебе боб хотел давать? Да, там уже двоих съел. У нас уже двое умерли. Все понял. А как его? Лужа еще не закончилась, меня убило. Вы под шипами стояли, там разбивали шипы. Нет, в смысле, они все, а он лужу-то взорвал? Но. Я уходил с лужи, он меня убил. Причем я сколько-то сложную сторону. Не туда он идет, а назад. Я не знаю, в чем проблема. Как сказал Лидан, вы не готовы, блядь. Вот проблема сейчас была в том, что начинаете бить моба до того, как он подбежал. Зачем? Не нужно, у нас куча времени. И как мы его на той неделе убивали? У меня сейчас такой же вопрос. Как мы его убили? Потому что да. Другие люди были, наверное. Да нет, те же самые все были. Почти. У нас Сардру только другой был. И танк у нас Валера был. А все остальные, в принципе, те же. Все понятно. Виноват танк и друид. Да нет. Тут же ни танк и ни друид сейчас моба били, как он не добежал. Но я притяжки в него не видел, этого моба. Потому а у меня КД было? Да. Двух ДК. Ну, вот смотри, идут два моба. Первый моб, ближайший, я его не контролю. Ты его просто ЛПшкой агришь, не надо на него сливать притяжку. Это, ну, полная тупость. А моб, который стоит в оковах, и вы слили первого, его надо сразу притянуть, чтобы не было никакой залупы. И тогда все проблемы разом решатся. И просто это повторять.
Проблема, если не притянули моба, не бейте. Зачем его бить, объясни мне. Он, чтобы из контроля вышел и из оков. Ну хорошо, ты дал чуму. Все, это ему не даст закопаться никогда. Сколько раз я это делал. А там шапка хуярит, ты хуяришь. Ну так притянуть можно было, один хуй. Можно было, но можно было и не бить. Ты надеешься на кого-то или на себя? Вот смотри, давай сейчас сделаем так. Вот идет первая пачка 2 моба. Ближний моб ЛПшкой танка агрится. Или в крайнем случае ЛПшкой анхолика. И второй моб в оковах, который стоит, его притягивает анхолик. Все, его берет танк и мы его убиваем. Выходит два следующих моба перед закопкой. Дальний в оковах стоит. И первый агрится ЛПшкой. Никто не сливает никакие притяжки. Все, танк анхолик уводит, подаван притягивает этого ебучего моба второго из окова, блядь. Все. Согласен, но моба не бейте, если он не под боссом. Что непонятного в этом? Давайте, даю отчеты, поехали. Стой. Чё они так? 5, ладно, по. 4, 3, 2, 1. Вышли мобы. Танк забирай. Ну вот он был далеко, я просто не мог ЛПшкой дотянуться. Пил тебе его подвел, слово. Добивай теперь. Долго играем, мобы. Я грибу или что? Да, а? Да. Гриб и мобы. Поехали мы играть. Сразу же переагриваешь там. Ой, рекаунт завис, пусть мобы вышли. Так, дальний вот вы контролите. Второго можно погреть, он пока дойдет на объем. Второго забирай. Ага. Закопал босс. Смотрим на пометку, гангрена этот бот. Подаван. Опять не пока. Ну, дашь на подавана бот. Бьем скоробея. Ну, бля, на хватучку сломала, неплохо. Не забудь забежать. Там просто замедляет, уже, если что. Ликан. Кабая сдашь на ликана? Я могу тут сферу сбить? Да там есть, вон сфера. Монки сбивают. Куда летит монки? Ну он с грипом удобнее ломает, ну подальше. Ну все. Сейчас эту разобьем и все, в очко куда-нибудь прячется. На ком там сочет. Войд. Ага. Нет, на меня. Все, убегай куда-нибудь далеко, он сейчас вылезет. Сколько время там? 12, 11, 10. Все, выходим. Побегай, скоробей, открыл босса. Блять, выйдите да под босс скоробей, чтобы перег могли вышли мобы. Сбрось агро 300. Играйте в мобы. Блять, сорян, не туда нажал. Перегри. Под босса заведи. Я босса снять не могу, кто там, блин? Я жука случайно хотел сагрить, получилось оно. Идите, дрочим долго, алло, блять. Все нормально, жук вышел, блядь. Поехали. Тут новые выйдут, вышли новые. ДК забираем. Ага. Поехали, забираем ампуля в воде. Второго подавал блин. Можно, да, отлично. Бобов нет, поэтому разбираемся уже. Видите? А или он не закапывается, да, допустим? Ликан. Он не закопается даже, если
кастует, но на луже не закопается. Декан, на тебе, если что. Okay. Там кот. Я понял. А, Монки. Да, не видел, что. Ну, вдруг не работает. Да, у меня реально не работает, я так физически вижу. В начале есть одна сфера. Что, сбиваете? На мне. Сбейте сферу. Я не достаю, я не достаю. Сбил, ну, блядь. Я не упеку. Давай, 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 давай. Отлично, красава. Все, вот эту не разбиваю. Мы просто убегаем, ну я еще. Ага. Сфера одна осталась, если что. Ликан, подними. Нужно будет, сейчас я убегу, все, можешь сбивать монки. Меня, ну, все-таки шипами задел. Ну пиздец, как вы. Живи, погнал? Лечите, лечите, лечите. Ох. Давайте быстрее босса переводим. Ну да, пачку жуков сольем. Сольем, да, эту пачку. Которая с черепа выйдет, нужно будет заливать жука, а не оба, сука. Тучки. Прожмись, танк. Не кипишуйте. Пробег. Сейчас коба подниму. Да уйди, жука. У меня нету таунта ЛПшка, когда я... Все, отлично, второго поехали. Вот ты бомбец. Гангрена упал. Меня убил моб. Я знаю, я видел. Я не знаю, что вы кастом бьете, когда видите. Ну падать у нас сила сюда нет. Да. Давай, сейчас переведем его и упадем. Что быстрее будет. Надо ждать, когда я команду покажу, типа сбейте. Сбивайте сразу же эти косты, если он не на луже, сбивайте по окружению, если он кастует. Этот, блядь, удар этот теневой 100% надо сбивать, потому что он за спину портуется к любому участнику рейда и ваншотит его. Ну уже лучше сейчас, блядь, уже убьем. Меня на бресте нечем сбивать, только если я буду кастовать все это сковывание. Но это 1-12 секунд, у вас моменталки есть. Да, еще тучку нажал, ману, ты гений, блядь. Хотел кастануть, а в тучке был. Я понял. Да, видишь, не повезло, что они оба вышли с одной точки, которая близко была. Да поставили просто, ну это. Ну и с лужами тоже не тупим, еле-еле хватило. Если бы я не с Аргираем был, отвалили. Так, последняя рыба, давайте. Да, у нас еще много рыб. Да, у меня тоже. Ну, это мотивация должна была быть, что-то. Я немножко собью ее. Я, кстати, просто этот, вот трай, я его без рывы. Ну не, я говорю, что мы его можем убить, но вот не хватает нам где-то ошибки у нас мелкие есть. Вот гангрена съедает все. Бегут если быстрее, если тебе это. Я как раз сейчас тоже подойду. Дживс, кого-то был Дживс. У Кати есть, она отошла. Сейчас поставлю. А что по ДПС у меня зависло, почему-то не показывает. Может он чем-то... 6. Что 6? 6700. У меня? Угу. Что-то я вообще бомжара какой-то. 6400. Да, 6400, у Войда 5500. Ну, потому что на перебежках с корабьем дота накидываю. Я тут. Джипса поставили или поставить? А, вижу, хламобот. А чё в че это? Когда вы там ходили? Чё? В субботу. Сколько вы траев на нубе провели? Где-то... Ну, где-то... Не, это 5 траев, потому что мы... Где-то 5-6 траев было. И 2 или 3 из них прям хорошие были. Каких 5-6? Мы сюда пришли в 46, блядь. Ушли где-то в 30. Да, да. А, ну даже так. Арифметика. Нет, мы сейчас раз. Ну, ладно, я не помню. 38 мы, по-моему, зашли сюда. Похуй. Пристав... О, нет, есть. Чего-то не хватает. Мага не хватает. С
Критой. А это я могу решить? Не, не надо. Так я тебе даю 2%, что тебе не нравится. Не маг даст инту. Не, ну если, конечно, танка и Эридара засунуть в одну, то будет 4%. Так, так это и оно и есть, не? И крит у нас нет. Нет. Тебя засунули в одну пачку, а Эридар в другой пачке. А, у нас два Эридара. Так они не стакаются там, как бы. А я этот, дворф. Черный, который. Ну, ну давай хилов от тебя заберем. Черный негр, что ли? Да, да, вот именно. Негр, негр. Грязный. Так вот. Да, ну шамана надо оставить сейчас. Маленький грязный нигер. Чё, монки тебя открутим? А почему такое разделение? В смысле? Ну, подаван же дворф. Ну, хочешь, да. Я себе поставлю? Нет, хочешь? Я к тому, что у нас получается... Кто там Саргирай? Я. Ты, понятно, еще кто? Все. А, все. У нас один Эридар и один дворф сейчас. Я бы лучше, наверное, туда... Я тут, я готов. Я ну, буду... давай, я тогда себя туда засуну и максимум. Нет, лучше, наверное, дворфа к нам в пати, а друида к ним. Я вот так могу сделать, и все. У нас... Просто я не видел, кто топ ДПС, я бы сюда их засунул. Я знаю, что Монки прыгал на топ. Ну, топ ДПС Монки, Копа, ну и вас двое. Потом... Анхоли. Анхоли, шаман и... 5,5, я 5,4, ты 6,4. Ну, вот так вот, поставлю. Просто нам важно, чтобы присты были в разных пати, так как они подхиливают. И саргирай в разных. Ну, у нас только один саргирай. Только... Все? Готов. Такеловый, без лагов. Даю отчет и поехали. Так, где там? За легион. 3, 2, 1. Вообще, блядь, аккаунт включился нахуй. Моба вышли. Сразу отлови его, как он мимо проходит. Все, поехали, моба. Ты можешь его еще на подходах лпхать, до того, как он подошел к пайпу. А я оглушен был. Стояние в лпх маленькое. Понял, хорошо. Тяни, тяни, блядь. Анхоли, Анхоли, притягивай, Анхоли. Да у меня залагал, блядь. Ну, пиздец. Ну, серьезно. Заберите босса с меня. Блядь, заберите, притяните его. Анхоли! Да ебаный рот, ну как это, блядь? Вы что, спите, блядь? Сейчас выйдут два моба, законтролим обоих. Закопавшегося забьем. Уже идут. Ладно, второго законтролим. Выкопается. Вон поле уводи, там забирает выкопавшегося. Заливаем. Сейчас не успеешь далеко отсюда. Вам быстрее. Притягивай подаван второго черепа. Блять, ну пиздец. Сейчас нужно будет... На пом чел, дать ему боку, он побежит. На мне. Дадут тебе... А, ты уже не успеваешь. Забиваем. Уже поздно. А я боб кинул. А, там он бы рядом со мной был. Сейчас Ликан, Ликан, беги, просто беги. Забьете за копку? Лужу, лужу дайте ему. Забейте за копку, сбей. А, отлично. Бля, я ему боб дал. Ничего. Два боба в жопу. Заберите скоробеев. Вот остался боб. А, оба скинули? Я первый бросил, он второй, все как положено. Галик помогал, а лужу разбил. Ну пизда, блядь, я хуй знаю, зачем с бобами. Да не, когда бобы так проебываются, ну, в смысле, нет тоже. У нас он просто очень рядом был со мной, и я просто даже отойти не успел от лужи. Он в лужу сразу ушел. Я просто увидел, что Ликан отбегает от лужи, и я ему дал. Ты не стой на луже, меняй позицию. Ты боб всегда успеешь реализовать, но... в более выгодных условиях. То есть он никуда от тебя не денется, все равно ты один забой кидаешь. Ну, сейчас изначально просто хуёво был пол, лучше заново начать. Ну, бля, Анхоли залагал. Ну, это я хуй знаю. Я не могу, конечно, тебя видеть, Анхоли, но если так раз в раз будет, это хуёво. Да я говорю, что, ну, в смысле, у меня клиент лагает. Вот
вчера вечером перестал лагать. Мне казалось, я нашел причину в Google Chrome. Сегодня, возможно, из-за этой обновы у меня опять лагает целый день. Временами микро... Это связано с Google Chrome и Вовка. Нагрузка процессора, не хватает оперативной памяти, нет, спокойно. Если человек сказал, что все хватает, как это связано вообще разные программы? Ну, если там все вижу, хватает, то, блин, я не знаю, что у него вообще лагает. У меня лагает только Вов. Все, Сирус. У меня ни один другой клиент Вова не лагает. У тебя FPS? Это не Сирус, это Дырус. Ни Вармейн, ничего, блин. У тебя FPS проседает? Ну, у меня микрофризы такие. Но это у тебя может выражаться либо в пинге, либо в FPS. Поставьте рыбалку. У меня так было, я отключил аппаратный курсор, оно перестало лагать. Ну вот, отключи всю хуйню, на минималке поставь. Может, лагать не будет. Бывает, что аддон какой-то там начинает въебываться. Становится пройти надо, чтобы все идеально слаженно работало. Подождите, я вылетел, сейчас зайду. Включал аппарат, да? Ну, я сейчас отключил аппаратный, вроде бы какой-нибудь. Это у тебя что, у тебя видюха так лагает или что? Да я хуй его знает, я тебе говорю. А, нет, вот эта вот фигня у Монки, оно у меня тоже бывает, это уже лаги Дыруса. Это перезаходить надо. У меня лагает только в Силусе, и все, блядь. Установи себе на комп клиент Легиона, и он тебя сразу вылечит. Ты уже заебался своим регионом. Нет, я сейчас отключил вот это вот аппаратное чего-то там. И вроде бы... Коля, что не поел? Оно от курсора лагает. У меня комп хороший, а лагало, пока не отключил. Коля, у тебя своя еда, что ли? Я брезгую вашу есть. Что, за говно на силу, что ли? Что за говно ты ешь? Силу 60, ну пиздец, там уж все меньше даст. Блять, ДК нужна сила, а не сила атаки. Да, она тебе не конвертируется в 120 сил атаки. Хотя, похуй, в принципе. Ты прав. Так. Короче, понял этот уход в тени, если что, юзанешь в критический момент на шипах. Да я-то юзану, я все, я шарю. Я там, у меня еще уход в тени в запасе был. А я-то не юзал никогда, вот сейчас тут попробую. У меня телепорт Саргера, тучка и уход в тень, 3 сейва. Вот, ладно, все, даю отчет и поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, вы вышли? На 3 ДК одного ближайшего. Поехали много. Ближе его попробуй потянуть. Ну, уже. Медведем, медведем, ну закопаться может, блядь, скопал, он прям на краю. Конечно. Я не должен, сам знаешь. Нет, не знаю, может, блядь, сейчас, может, чуть позже. Нет, ну мы же договорились, второго моба ты всегда тянешь. Ебать. Вышли мобы. Поехали от второго. Поле в воде. Нагрей второго. Добиваем. Поле, живи. Закопался. Все. Все идеально. Готовимся. Холи. Он холит. Дадите нашего боб гангрена. Дадите, да? Тихонько, дадите. Да, дадут. Ты не должен спрашивать, дадите или нет, ты должен дать. Если это молчит, я боюсь. По-другому никак. Видите, да. Жука. Страшно, сука. На кого стоит? Хожу во сне. Дашь боб коба. И все, и последний раз мы уводим далеко. Снимите жука.
Надо будет забежать. На мне. Ходи далеко, еще на спринте. Только не взрывай лужу. Да, еще на спринте, если что, можешь. 7 секунд, 6, 5. Беги на спринте. 3, 2. Блядь. Ой, ну можно же было так три года. Оно резко на коба переключилось. Потому что лужу вбило. Лужу взорвалась. Бейте с корабля. Заводи, сейчас мобы будут. А, ну лужа хуевая, конечно, в центре. Мобы вышли. Ну, все, поехали в череп. Здорово, притягиваем фоли? Фоли? Ну ты чё? Лагает у него. Парень, лагает. Нет, сейчас можно. Ну а чё ж ты не притянул? Сейчас я не снизу. Выйдут вторые мобы. Пытаемся. Вышли вторые мобы. Вот вообще рядом с танком забираем. Череп, поехали. Загрей его там. Я гриб отдал, чтобы загреть. Ну, давай. Ну, вот сейчас этого ведите. Забираем его. Поле что-то рано только что увел. Прожмись хоть там с тылу. Кильте его. Друль, да, провожаем Поле. Да я на него иногда не успеваю восстановление накидывать, чтобы он жил. Анхоли, беги. Нет, Анхоли, тебе должен успеть. Забегай на лужу. Забегай на лужу, успекай. На лужу. Да, что-то плохое. Та, которая в воде, лужу старайтесь разбить. Твою мать. Ну, беги, на которой есть. Ну, вы что там тут делаете? Вот вы же знаете, что там разобьется этот, блядь, лужа. А он уже находится... Я была на луже. Так не на той. Ты меньше выбрал траекторию. Просто в конец убегаете. Нет луж больше. Коба, на тебе. Прожмешь 50 на 50 и проиграешь. Прожмешь 50 на 50 и прохиливаете максимально, когда только шипы доберутся. А что, БР есть, не? БР, есть, да, у кота. Да. Отдай БР. Кот. Давай, сейчас вылезет босс, готовимся. Нажмешь 50, блядь, не нажал. Сейчас подниму гангрену. Нажми, да, поднимай быстрее. Снимите скоробеев. Одного законтролим, моба, второго забьем. Танк все равно черепа поставил. Черепа тебе нужно притянуть. Коба собьешь ему. Оглушение. Притяни, забиваем. Все, притянул. Коба, не забудь бить там. Ой, это кто поп. Все, добиваем. Второго также моба. Так, при Анхоле притяни его. Анхоле, притяни. Первого притянул. Блять, ну танк притягивай. Зачем ты тратишь? Не трать, пока... Ну давай, самому. Давай, Геру. Не успеем перевести, ага. Что, поехали. Поле. Я законтролю черепа, если что. Ой. Угу. Отведи босса, отведи босса. Ща. Оглушение. А нуб съел. Как? Он с меткой, я с меткой была. Какая-то, почему-то нуб, блядь. А у меня написано пониживай чехол, это нуб. Играйте. Ну нахуя вы спамите? Вот можно было еще поковырять босса. Ну вы начинаете рассказывать, у меня вот это было, у меня там, я не знаю, еще что-то. Сейчас приз мог нажать, Дим, потом, блядь, друль нажал бы спокойствие. Дроль, который умер? Лика. То, что ты умерла, это... Блять, это пиздец. Ну, это... Гангрена, это твоя проблема. Не отвлекайся ни на кого. Без всяких... Да, без всяких гимнов он должен захилить. Частица на танке, блять, хилишь одну-вторую метку. Появились метки, там 3 секунды до урона. Я последний раз сюда пошел. Ну... Понятно, что тяжело, но как ты хотел? Это актуально. Меня резнули. У меня было половина маны. Я хилил, бля, мана кончилась и все. Да, один дали. Так ты скажи, у тебя микрофон на что? Я отвлекаюсь на контроль. Скажи гимн, нахуй, тебе сразу гимн сдадут.
Там сразу мана лестница. У кота ебучего есть, блядь, инерт. Кот, блядь, че попал. Ебучий. Еще виноватым стал. Попал под раздачу. Ну он просто не видит, как бы, ты говори коту там, блядь, кот инер, нахуй, и все, блядь, все проблемы решены. Сразу как резнули тебя, блядь, кот сразу. Нормально придем, ну вот микропроблемы, вот. Сейчас эти хобби. Проблемы люди научатся решать, и будет проще. Холли, не без спама, пожалуйста. Только второго, не трать никогда больше притяжку, только второго нового. Если будет какая-то исключительная ситуация, я скажу. Ну ты просто говоришь, начал чистить, типа притяни. Мне, я подумал, что да. Танк не дотягивается, там не успевает, я грипнул. Танк просто может сагрить, ему не проблема. Все, окей. Чтоб ты понимал, мы с тобой вдвоем его грипнули. Вы просто не поняли смысл. Ну, я объяснял сначала, вы просто подумали, что вам каждого надо грипать. У вас не откатывается грип, блядь, на каждого. Да я все. Знаю, что не откатывается, и до этого я говорил... Ну так, договоритесь с ним в ПМ, блядь, кто первых двух мобов, кто вторых двух мобов грипает. Да, уже все договорились, отхоли просто второго притягивает и все, с цепей. Я про то, что пачки-то две, мобов четыре, первая пачка два моба и вторая пачка два моба. Вторая пачка все равно заливается, когда уже босс уходит, поэтому там можно не притягивать. Так, ладно, даю отчет и поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Вышли мобы. Мобы заливаем. Оглушение, ну найс, спасибо, игра. Ничего страшного. Есть там? Ну все, хорошо. Лучше его сдать, почему он закопает до второго. Ой, дети мобов активнее. Ну, слишком, значит, босса вливается, если он перегрет. Мобы вышли. Моба, вот это забери там, как холи в воде. Второго притянет, ага, отлично. Попался. Линкуешь, друзья? Да, скажу. А Монке? Гангрена дашь ему? Вот. Скоробея флием потихо. Я сферу собью на этом, на воде? Да. Все, стоим у этой сферы, ждем. Гангрена. Коба дашь? Подаван теперь, одна сфера ушла. Коба дашь? Дашь. Танка вообще можно прохиливать, мы в прошлый раз прохиливали, но не будем рисковать. Все, убегаем, он куда-нибудь далеко сейчас. Рака Макафо. Отлично, все, держитесь, на шипы не попадайтесь. Отойди от меня, зачем ты рядом стоишь, я не понимаю. Мне даже кайтить некуда, потому что вы меня окружили, не даете, блядь, некуда. Тихо, давайте потянем. Сведите скоробеев, скиньте в рот, чтобы они убежали туда. Забейте скоробеев, там время не будет. Отлично. Вышли мобы. Поехали мобы. Вышли мобы. В холле в воде.
что мне кажется, мы рану вводим, можно было еще как-то повести. Ну, прям максимально далеко босс убегает. Тогда мы успеваем одну сферу заставить. Нормально. Играем второго, если кто, а все. Сейчас прокатите, все будет. Подавай. На меня. Ага. Нету боба. Можешь меня прохилить, не? Прожмись, прожмись, и тебя еще похилят. Похилить его сейчас максимально оверхилом. Прожмись. Когда скорбей снимите. Когда все, забегай в пизду, начинает пробивать, не забегай. Чуть-чуть подержал, это хорошо. Хожу во сне. Нахуя, блять? Зачем? Не сбиваете никто, кроме Монки. Зачем вы нас сбивали столько лишних сфер? Ну, что, сбивайте, там не видите. Хуёво. 20 секунд. Монки, Монки, на тебе. Как на обрули. Сейчас в это вобьёт. Кобец. 7 секунд, 7. Ну разбивай тут, похуй. Боб есть у меня. Разбивай, разбивай, разбивай. Не забудь, да он не успеет вылезти. Секунда. Бежу, нормально, бежу. Все заебись. Заводи босса. С корабля сидите. Залейте массой, вышли первую, мобы. Первую сольем. Да-да-да, вышли мобы. Череп, поехали. Поднажмите, бля, блядь, зачем черни. Вы... Быстрее в жука. Есть танк, если есть. Все, второго ебло. Притяни, притяни его, Анхоли. Его нет. Все. Давай, да, Гера, отлично. Все, и в босса поехали, вообще отлично, крат переводим его. Так, ты с какой стороны? Я с черепа. Угу. Вторую пачку кто контролит? Ну, ты. Да, половина. Оба, что ли? Я за контролю одного. Метки прохиливаете. Саня, давай ты с черепа, я с креста. Окей. Прохиливайте. Это можно? Снимите приставок. Метки, 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 прохиливайте, осторожно. Вот, отлично, отлично, метки начал поднимать. Хорошо. Гангрена, с тебя подними. Мобы 5 секунд. Палы готовь. Дай гим, дай гим, пизду, метки не прохиливаются. Палы где? Готовь. Сейчас буду. Сейчас буду, да. Мобы выше. Прохиливай, дроль, дроль, дроль. Дыной, ага. Нажми гимн, сейчас умрет, Монки. Пизду. Давай, давай, давай. Где там хилится? Ну. О, хорошо. Хорош. А что, блядь, ездит? Ну, не забудьте, не дайте. Ну, это же не так просто, блядь. О, это все мне, да? Это же все мне. На самом деле, бро. Ну что, лутаем сундук? Метки умерли. Ой, ой, метки. Ой, параша какая. Топорик заебатый, просто охуевший. Ой, нахуя они же? Не нитьте, если вам не надо. Сейчас позабираю тыками кто. Ля, вот это колотуха, куда сосать? Колотуха, заебись, да? Я не буду брать, у меня посох есть. А я знаю, у меня-то нет посов. Тебе вообще прям, у тебя есть оффхенд, есть, заебись будет. Из ПД больше. Что, я вообще ничего не сролил, что ли? Что, прикалываете? Подожди, еще ж не все нажали. Да, еще не все нажали. О, сфера. Пойду продам наук. Трофей, наконец. О! А тебе что, друль, трофей нужен? Я на всякий случай, потому что, чтобы голова-то девятая, вторая, чтобы тоже пропать. У меня, чтобы пятый был, на всякий случай, вдруг я буду грудь менять. Да, я понял. Что, все, что ли, все разрулили? Куда колотуха ушла? Колотушка ушла. Гангрена. Без понятия. Полипару кому надо, тому ушла. Он заебался. Ну, блядь, вот вам нужно прям говорить, подымите, вы же сами не видите, я же вижу это. Ты сам себя не уронил, Гангрена. Трофей? Это... Сказали. Дай а почему, трофей. Почему они меня друли это и не прохилил? Я хилил метки. Ты Катя, сам... дай трофей. Ну, зачем поехали. Тебе трофей? Отдай мне. Мне меткости моё... нету, блядь. Дай сюда.
А ты вообще гангрену метки, когда прохилишь, у тебя еще время остается, кроме этого? Или ты все... Я вот никого это не хочу обидеть, но с тем друлем на той неделе было проще. Вообще. Ну, я на расслабоне хилю, а тут я не успеваю. Ну понял, хорошо. Я обижаться не буду, я понимаю это в принципе. Да правильно не обижайся, проблема-то не в друле, а в паладине. Заметьте, не я сказала. Просто друид перекрывал косяки паладина, а это... Да, я бывала иногда хилить. Ну, он, скорее всего, успевал хилить вместе с тобой, а тут я хилила только буйным ростом, омоложением, и уже в самом конце я пыталась... А себя я хилил сам. Ну вот. Я просто думаю, нам действительно надо 20 попыток, чтобы мы... убивали босса. Ну это по первости, типа ДПС не такой радужный. Если не взрывание, там все проще. А. Я говорю, ну не 20 же попыток, блядь. Ну, блядь. Да, это все спокойствие. Не все же сразу скиллованными пришли в игру. Вот еще один из моментов.